где-то на плечо. Теперь колено ставится к плечу, это является нулевой точкой, где не будет удара. Дальше другая нога вытягивается назад, выходим в положение балансировки из того положения, из которого мы делаем поворот вперед. Теперь по диагонали выкидывается нога и осуществляется выход в стойку. Обращаем внимание, чтобы не было удара колена, колено ставится сюда как можно ближе к плечу. Это является нулевой точкой. Теперь вторая нога вытягивается, она является балансируемой и осуществляется выход. Задача войти в пол под острым углом и разложить силы на составляющие. Один из элементов защиты – это русское воинское приветствие. Клин – острый угол, по которому раскладываются силы с проворотом на составляющие. Сейчас еще раз сделать данный элемент и показать, как формируется защита при выполнении данного турника. Сюда уйдет. Поэтому вот это все то, что делается, это на самом деле с корпусом. Не стоим на месте. Я могу первое разрывать дистанцию. Да.
разрывайте ставши и сразу входите. В данном случае лето. Я его! Ну смотри, я ему программу просто сломал. На чем я вот, ой, вот сюда сейчас раз загрузил, вошел вот туда. Да. Опять же, но если вы не направлены на подрез, смотрите, подрезал горло. Следующая работа, все то же самое. Раз, раз, вот она. Я могу работать таким образом. Нет, вот оно, вот это движение. Оно сбивает. То есть оно не просто сбивает, оно подкручивает. Оно меняет направление вектора.